Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Edge 30 Neo. И сейчас я покажу вам, как добавить Google аккаунт на данное устройство и как его можно будет удалить. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел пароли и аккаунты, нажимаем добавить аккаунт, выбираем Google. После чего вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». И выводим пароль. Нажимаем «Далее». Принимаем. Нажимаем «Еще принять». И таким образом мы добавили Google аккаунт на наше устройство. Теперь, если мы захотим его удалить, мы нажимаем на наш аккаунт и нажимаем «Удалить аккаунт», после чего подтверждаем это действие паролем. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.